Комплект вафельный. В него входит прихватка размером 15 на 15 см и полотенце размером 33 см на 60 см. Состав: хлопок 100%, наполнитель ватин. Производитель: город Иваново. Продается в двух расцветках, голубая и бежевая. Качество довольно неплохое. Единственное, что мне не понравилось, это обработка прихватки нетканым синтетическим материалом. Органическая маска для волос от Organic Oil на основе масла органы, предназначена для окрашенных волос. Рассчитана на 3 применения. Стоит такая маска 55 рублей, произведена в России. Внутри упаковки 3 саше с краской. Объем каждого 30 мл. Если вы уже пробовали подобные маски, оставляйте свои отзывы в комментариях. Штора декоративная. Состав: полиэстер. Производитель: Китай. Размер: 100 на 200 см. Стоит такая штора 249 рублей. Продается в различных расцветках. К нам привезли 4. Серебро, коричневые, красные и синие. Эти декоративные шторы довольно кардинально отличаются от предыдущих штор-нитей, которые продавались в Fix Price, не только ценой, но и качеством. В этих шторах очень много блеска за счет металлизированной нити, вставленной в дорожки. Да, здесь уже не нити, а довольно широкие полосочки. Скатерти «Колорит» с бейкой, размер 135 на 110 см, произведены в России. Состав: 87% ПВХ, 13% полиэфир. Стоят такие скатерти 149 рублей, продаются в различных цветовых решениях. Скатерти имеют скругленные края, обработанные бейкой. Корзина от Home Time размером 38 на 28 и на 20 см. Состав: полипропилен, производитель: Китай. Из этой корзины можно создать неплохую систему для хранения, если денег не жалко, потому что одна эта небольшая корзиночка стоит 249 рублей. А для того, чтобы сделать из них стеллажик, понадобится как минимум 2 штуки. Чем они удобны? Тем, что из нижнего яруса можно достать что-то, не снимая верхний. Отлично подойдет для хранения сезонных овощей или фруктов, продается в нескольких расцветках. Скребок для очистки стекол автомобиля от снега и льда. Состав: этилен, винилоцетат и АБС. Производитель: Китай. Стоимость: 77 рублей. Скребок небольшой, сделан так, чтобы очищаемый снег не попадал на руку и не помогал вам замерзнуть еще больше. Различаются между собой только цветом рукоятки. Кстати, она мягкая, сделана из губчатого материала. Елочные шары от снежного кружева, диаметр 8 см, в наборе 3 штуки. Состав: полистирол, полипропилен, ПЭТ, полиэстер и акрил. Стоят такие наборы по 149 рублей, имейте в виду, что они обсыпаются. Наборы стеклянных елочных игрушек от снежного кружева. В наборе 8 штук, диаметр 4 см. Произведен такой набор в Китае. Состав: стекло, алюминий, ПЭТ и сталь. Стоит 149 рублей. В продаже несколько вариантов этих наборов. Есть желуди, шишки и шары. Наборы продаются довольно в приглушенной такой цветовой гамме. Ярких среди них нет. Либо золото, бронза и белый цвет, либо розовый в различных оттенках. Прозрачные органайзеры для холодильника с крышкой, размер 10 на 30 и на 10 см. Стоят такие органайзеры 199 рублей, произведены в России, сделаны они из полистирола, срок службы не ограничен. Каждый органайзер в индивидуальной защитной упаковке, что повышает шансы дойти до потребителя абсолютно целым, без царапин. Форма для выпечки в виде сердца. Эта форма разъемная, с замком, произведена в Китае, стоит 199 рублей. Теперь не придется ничего мудрить, ничего вырезать. Вы просто испекли, и у вас готовый торт сердечком. Не знаю, так ли важно обычной женщине иметь такую форму, но для того, кто постоянно печет торты, наверное, имеет смысл. Коврик от Batch Republic размером 100 на 40 см. Состав: хлопок, полиэстер, производитель: Китай. Эти коврики отличаются от тех, что ранее продавались в Fix Price, хотя бы тем, что они стеганые. Изнаночная сторона ситец. Имеется противоскользящее покрытие. Вот эти маленькие точки рыженькие. Но оно настолько ничтожное, что я думаю, коврик все равно будет скользить по полу. Сшиты они довольно аккуратно, продаются в нескольких расцветках. Есть варианты бежевые, а есть красные. Ну и, разумеется, вызывает сожаление то, что коврик нельзя посмотреть в развернутом виде, потому что не всегда ожидаемое совпадает с действительным. Наушники с микрофоном и регулировкой громкости от Flex. Производитель Китай, состав ПВХ, сталь, медь и силикон. Продаются в нескольких расцветках. Стоят наушники 149 рублей, имеют длину провода 115 см и стереоразъем 3,5 мм. Идеально подойдут для активного отдыха или занятий спортом. Предназначены для прослушивания музыки. Но благодаря наличию микрофона вы сможете пользоваться ими и в тандеме со смартфоном. Термочашка Ato Kitchen объемом 300 мл, состав боросиликатное стекло. Производитель Китай, стоимость такой чашки всего 199 рублей. Но будьте бдительны, сделаны они гораздо хуже, чем предыдущие стаканы и тарелки. Отверстие в чашке заклеено горячим клеем. Из-за этого очень велика возможность того, что вы не сможете насладиться всеми прелестями этой чашки, а они по идее есть. Стекло высокой прочности, устойчивость к высоким и низким температурам и не нагревающиеся стенки чашки. Длинные подхваты для штор, состав полипропилен, производитель Китай, стоимость 99 рублей. В набор входят 2 подхвата, продаются в нескольких расцветках, состоят из длинного шнура и довольно объемная кисть. С помощью подхватов для штор можно создать очень интересные драпировки и таким образом поставить завершающий штрих в оформлении интерьера. Что мне не понравилось в этих подхватах и на что я вам советую обратить внимание, прежде чем сделать покупку. Это пластиковый набалдашник у кисти, который ее очень сильно удешевляет, и довольно жидкая бахрома. Женские шапки на обхват головы 56-58 см. Состав внешнего слоя 77% полиэстер, 14% акрил, 8% нейлон. 1% металлизированное волокно, внутренний слой 100% полиэстер. Стоят эти шапки по 249 рублей, выполнены из мягкой пушистой пряжи, отличаются между собой не кардинально цветом, а оттенками, потому что основная нить и довольно толстая, белого цвета. Шапка связана узором косы, имеет довольно широкий отворот резинку, которая будет защищать уши в холода, и помпон. Набор для вязания шарфа. Предполагаемый размер шарфа 15 на 110 см, который можно в принципе и изменить. Состав полиэстер и полипропилен. Производитель Китай. В набор входит пряжа, спицы и инструкция. Наборы продаются в различных цветах. Кстати, спицы подобраны к цвету пряжи. Сиреневая пряжа, сиреневые спицы. Розовая пряжа, розовые спицы. Спицы небольшие, сразу вас предупреждаю, размер у них не больше 15 сантиметров в длину. Наверное, поэтому и шарф запланирован такой узкий. В целом, весьма неплохой наборчик для тех, кто хочет попробовать себя в этом интересном и захватывающем занятии. Расческа для волос, производитель Китай, состав АБС, ТПР и нейлон. Стоимость расчески 149 рублей. Расчески продаются в различных расцветках. Есть вот такие конфетно-мятно-приятные, а есть черные и белые. Уже немного поскучнее. Зубчики у расчески пластиковые, довольно частые. Женские сумки, производитель Китай, состав ПВХ, полиэстер и сталь. К нам эти сумочки приехали в 2 расцветках, черной и бежевой. Дизайн выполнен под кожу рептилии. Сумка круглая, имеет одно отделение, короткую ручку и наплечный ремень с регулировкой. Выполнена сумка очень качественно, смотрится довольно интересно. Стоит 299 рублей. Фурнитура, которая использована в сумке, имеет цвет золота. Довольно интересные сумочки, мне кажется, они подойдут и молодежи, и для вечерней прогулки будут как нельзя кстати. Туда поместится телефон, губная, ключи, что еще надо. Гели для умывания от Сендо в объеме 300 мл. Вы посмотрите, какие интересные. Привезли, у нас таких еще не было. Гель для умывания гиалурон, предназначенный для всех типов кожи. В составе гиалуроновая кислота, пептиды. действие увлажняющее и антиоксидантное. И гель БХ для комбинированной и жирной кожи в составе салициловая кислота и гидролат розмарина. Действие геля – регенерация. Кстати, сейчас его можно купить за 66 рублей вместо 77.